Добрый день! С вами Виктория. Сегодня готовим вкусный заливной пирог с киви. Конечно же, вместо киви можно использовать любые другие фрукты по сезону. Например, сливы, абрикосы, персики, нектарины. Сначала подготовим начинку. Киви я очистила и нарезаю их на кружочки примерно толщиной 0,5 сантиметра. Не слишком тонкие и не слишком толстые. Затем берем форму, размер моей формы 22 сантиметра диаметром, и смазываем ее кусочком сливочного масла. И сверху по кругу аккуратно выкладываем киви. Киви сверху присыпаем сахаром. Можно присыпать обычным сахаром, можно коричневым. Начинка готова, пока ее отставим в сторонку и замешаем тесто. Я буду замешивать обычным венчиком. Если вы хотите, то можете перемешать миксером. В миске смешиваем 2 яйца. К яйцам добавляем 1/2 чайной ложечки соли и 150 грамм сахара. Слегка взбиваем венчиком до однородного состояния. Сюда же добавляем 220 грамм сметаны. У меня сметана 30% жирности. И выдавливаю сюда примерно 1 столовую ложку сока лимона. Вместо сока лимона можно использовать, например, ваниль или ванильный сахар. Все немного перемешаю. И теперь сюда просеиваем муку. Я буду просеивать частями, не все сразу. Ну вот, вмешали одну часть муки, посмотрели на консистенцию. И затем, если нужно, то добавляем еще немного муки, перемешиваем и смотрим. Напишите мне в ваших комментариях, какие заливные пироги обычно готовите вы. И просеиваю 1 полную чайную ложечку разрыхлителя. И еще раз перемешаю. Вот такая консистенция прекрасно подойдет. Посмотрите, тесто для заливных пирогов вот так стекает ленточкой с лопатки. В общей сложности мне понадобилось ровно 150 грамм муки. И теперь самое простое, заливаем тестом киви. И слегка разравниваем по всей формочке. И отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-45 минут. Пирог у меня запекался 45 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Пирогу даем немного остыть и затем с помощью тарелки переворачиваем. Давайте же отрежем кусочек и попробуем. Когда мы переворачиваем пирог, то пирог получается сверху немного влажноватый, но не переживайте, тесто все прекрасно пропеклось. Я вот уже попробовала кусочек. Киви сверху выделяет много сока, но вся эта влажность, весь этот сок, он постепенно впитывается в пирог. Получается особенно вкусно. Желаю вам приятного чаепития. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.